Всем привет, на связи SmokeFX, и в этом видео я вам покажу, как вы сможете начать зарабатывать деньги на финансовом рынке. Да. Кто-то подумал, что это лапша на уши. Какая нахрен лапша, братишка, иди к зеркалу проверь, ее там нет. Сегодня я реально тебе покажу, как здесь можно зарабатывать деньги. Но при этом нужно использовать свой собственный анализ, поэтому халявщикам обращение, вам тут не место. Нужно немножечко хотя бы, но думать своей собственной головой. Пацаны, давайте так. Видос будет, как всегда, топовый от вас. По стариночке, поднавалите сюда. Лайкосов. Вот мне нужны лайки на это видео. 1500 лайков. Собираем. Реально, у меня здравые люди, которые хотят использовать дополнительный софт с умом. С вас лайкосы, с меня контент. В общем, полетели. Показываю. Ты заходишь. Вот SmokeFX X-Ray. Вот он. Видишь? Хочешь его? Он не всем будет доступен, пацаны. Нужно быть участником закрытой группы, поэтому ссылка в описании, залетайте. Давайте найдем процент хороший. Вот я так смотрел и думал, да, что делать. ГБП USD. 56. До свидания. Не подходит. А USDCHF может быть, CHF не подходит. ГБП, CHF, еще вместе с вами, никуда не торопимся. Вот вам реальный подбор валютной пары. 81%. Нажимаю на валютную пару, аналитика ГБП, CHF уже началась. От 5 до 10 секунд, читаем вместе с вами. И полетели. Так, ну здесь у нас достаточно усредненный будет вход от 3 минут. Можно уже ставить 3 минуты. Сотка у нас там стоит. Так, основные параметры 73%. Так, здесь у нас что? Вижу долгосрок. Выше 70, до 75 может произойти небольшой разворот, так как изменение потенциала выше 20%. Да? А что-то движение хорошее уже пошло. Мы даже не успели залететь. Ну, давайте откроем, посмотрим. Да, ГБП, CHF. Хорошее движение пошло. Как раз на откатике. Давайте на повышение, на 3 минуты. Посмотрим с вами на вот эту зону. Видишь, она очень классная. 11.80. Так, 11.80. Так, это вообще у нас вот здесь, вот, пацаны, первая область была. Это хорошо, на повышенной волатильности залетаем. 11.68 дальше я ставлю. Смотрите, вот здесь вот один пункт не критично и 11.56. То есть смотрите внимательно, пожалуйста, дамы и господа. Вот по всем этим отметкам алгоритм определил с точки зрения объемного профиля ключевые зоны остановки. То есть при подходе к этим зонам стоит рассматривать вход на повышение. Но у нас же есть свой анализ. У нас есть здесь максимум. Здесь откат. То есть был интерес на продажу. Мы пришли по минимуму. Появился интерес на покупку, который практически такой же, как и на продажу. Но при этом у нас здесь еще присутствует общее движение в сторону на повышение. Я уже зашел в рынок. Разница не критичная. Мы доходим до следующей области. 3 минуты. Все так же. 3 минуты. Дополнительный вход просто в рынок. Видишь, от средней уже области, которую нам... Вот, пожалуйста, обрисовал алгоритм. Соотношение. Так, покупатели. Покупатели наши, да? И продавца 64 на 36, да? Так, ну давайте пробежимся по всем этим параметрам. Так, указывают на приоритет 73%. И импульсное движение может произойти. Вот обратите внимание. Здесь у нас в долгосрок. А, все понятно, смотри. По среднескользящей движение вниз. Вот оно у нас и происходит. Это отработка у нас. Дайте нам буквально 3 минуты. Она закончится. Все будет типе-топе. И здесь по объемам все достаточно усреднено. Так и написано. Средний уровень, да? Вероятность объемного пробития присутствует.
Ну давайте смотреть. Вот вы сейчас увидите абсолютно живую отработку, как это может происходить, если у вас происходит пробитие. Вот оно произошло, дошло до средней границы, откат. До нижней границы, откат. То есть везде присутствует интерес на покупку. Я имею в виду везде, да, везде, у тех областей, которые нанесены на график. Там присутствует интерес. Смотрим. Прибыль 0, то есть возврат. 100 баксов на базу вернулись. Это вход был от этой границы. Чуть ниже даже. И вот средняя граница. У нас здесь уже все налажено, все сделано, все в принципе. Нам осталось сопровождать это. Так, хорошо. Очень удобно, реально. Когда есть такой помощник, ты можешь просто сканировать каждый параметр. Каждый со всех сторон. Вот каждый. Смотреть на объемы, да. Пацаны, это 5 минут, 15, 30 и час. Ты понимаешь? 5, 15, 30 и час. Если кто-то сомневается. Вообще все супер четко. Здесь все видно. Я не понимаю, как можно не использовать. Вот вам, пожалуйста. Дополнительный вход 1. Секунды там. 10 секунд до завершения. Хорошо, хорошо. В группу залетайте. Вот, чтобы всем было понятно. Нет доступа отдельно к Smoke FX X-Ray. Вы вступаете в группу и получаете все сразу. Вот у нас группа. Вы сюда вступаете, получаете прогнозы. Не только прогнозы. Здесь будет доступ к Smoke FX X-Ray. Поэтому, чтобы не было вопросов, а как это получить, Smoke FX, скажи нам, напиши нам. Короче, хорошо, это плюсикс. Это плюсикс, это хорошо. Давайте еще посмотрим с вами. Отработка, в принципе, была норм. GBPC, HF. И вот, смотри, разворот, все, движение идет. Так, давайте посмотрим, ну вот что мы можем посмотреть. Ну, евро какое-нибудь, GPY. Euro GPY, 76. Ой-ой-ой, ну рывок уже пошел очень жесткий. Давайте посмотрим. Я не знаю, как он его определит. Так, так. Вниз по евро GPY от 5 минут. Посмотри, он сканирует максимум и говорит вниз заходить по евро GPY. Да? Это, кстати, ответ для всех тех, кто... Есть просто люди, которые думают так. Значит, алгоритм работает так. Вот, значит, движение вверх, он скажет заходить вверх. Пацаны, хрен там плавал. Вот вам, пожалуйста, на максимуме. Он просканировал все. Посмотри, да? Посмотрите внимательно. Вниз от 5 до 8 минут. На 5 минут я сразу зашел. А как это все у меня сработало на автомате? Давайте я вам так скажу. Валютная пара, все понятно. Видите? 80%. Видите? 80%. 5 минут, вот 5 минут. Это очень уверенный вход. Здесь практически 80% может быть объемное пробитие. Смотрим дальше. Уху-ху, хорошо. 86%. До 80% импульсное движение может быть. Здесь у нас 30 на 70. Нормально. Не буду говорить, что это супер-пупер много, рекорд, супер-вау, класс. Так бы всегда, но неплохо. Ну и вот вам, пожалуйста. Ответ на вопрос, почему он на максимуме определил вход вниз. Итоговая статистика успешного исхода сделки при правильной точке входа выше, чем 80%. Это дохренище. Дальше. Благоприятный фактор. Кто мне назовет еще один здесь? Может, вот этот? Вероятность изменения потенциала меньше 20. Это хорошо. Общий разворот меньше 15. Также супер импульсное движение 80. 80. Есть точки. Можем их отметить. Вдруг у нас произойдет, пожалуйста, рывок вверх. Это трейдинг. Это реальная торговля. Может произойти что угодно. Но так здесь-то все видно, да?
на самом максимуме, вход на понижение. Чисто, пацаны, я уже много раз говорил, кто это пропустил, паритет объемного баланса. Вот я смотрю на эту штучку. Ты понимаешь? На объемы. У меня произошел взрыв. Даже вот здесь прекрасно его видно. Одна минута, видишь? То есть он улавливает импульсы. Куда мы доходим? Видишь, куда? Вот, зона. У нас идет зона. Мы к ней дошли. Вот в этой точке. До этого. Мы дошли до этой точки. Видишь, что произошло? Вот вам, пожалуйста. Я не говорю обращать внимание только лишь на индикаторы. Ни в коем случае. Но! Ребят, отрабатывает он себя действительно очень по-здравому. Вход в рынок 2 минуты, 5 минут изначальный вход был. Давайте, вот все это здесь отображается. Есть максимум, от которого мы с вами пляшем, так сказать. Отметим эту область. Было общее движение вниз от этого максимума. Разворот, повышенные объемы, но здесь сопротивление очень хорошее появилось. Поэтому фиксация входа на 5 минут, в принципе, здесь это такое нормальное, здравое решение. Минута 20 до завершения. На максимуме открылись, даже если чуть ниже. Этот вход был также, я думаю, неплох. Неплох был бы. Это 100%. Так, в группе прогнозы на 2 пункта закрылось также в плюс. Замечательно. Смотрим. Все ставят лайки, видите? Это значит, что реально, реально у всех здесь плюс. Если бы ставили, вот, например, злой смайлик, это значит, что вряд ли плюс. А так все ставят лайки, значит плюс. Залетайте и в открытую группу. Ссылка в описании. Здесь люди также торгуют, все вместе кайфуют, торгуют. Что самое главное, обучаются. У нас это цель под номером один. Это обучение, а не просто зашел, скопировал в надежде, о боже, как бы мне заработать немножечко копеечек себе на чипсики. Ой-ой-ой, таких типов хватает. Не-не-не, нам школьники здесь не нужны. Это все для нормальных типов, для здравых мужиков, которые готовы здесь разбираться, как это все устроено, как это все работает. И с такими помощниками свой результат определенно можно взять и вывести на новый уровень. Повысить. Можно, можно, можно. Плюс икс. Снова. Ну, пацаны, вот области. Все замечательно. Вы сами все видите. Вход, движение вниз. Снова вниз. Все отлично. По всем этим параметрам я вам подрассказал. Давайте так. Лайкосы, комментосы и в группу залетайте. Там будет происходить просто жаришечка. Ты понимаешь? Там будет доступ. Поэтому все в группу. Welcome. Ссылка в описании. На связи был дедушка Smokey Fix. Всех обнял, приподнял. И пока. Yeah, boy.